Итак, мы с вами будем вязать сейчас туловище. Все связали, лапки, ушки, ножки. Все, мы с вами сейчас делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо мы должны провязать с вами 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Затянули. Теперь в каждую петлю мы должны провязать с вами по 2 столбика без накида, то есть делаем прибавки. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я повешу маркер. У меня маркер начала ряда. Вот так вот. Все. Первый ряд провязали. Второй ряд мы вяжем один столбик. И одна прибавка. Так. Попасть бы в эту дырочку. Один столбик. Так, не туда я попала. Один столбик. И прибавка. Два столбика в одну петлю. Один столбик. И прибавка. И так до конца ряда мы с вами вяжем. Один столбик, одна прибавка. И у нас с вами должно получиться 18 столбиков. Прибавка, столбик и вот сюда прибавка. Провязали. Так. Третий ряд мы с вами выполняем 2 столбика, 1 прибавка. 2 столбика, 1 прибавка. 1, 2 и прибавка. Раз, 2. 1 столбик, 2 столбик и прибавка. Раз, 2. И так тоже мы с вами вяжем до конца ряда. 1, 2 и прибавка. Так, потом опять столбик. 1, 2 и прибавка. Так, и 1, 2 и прибавка. Так. Следующий, четвертый ряд. Мы вяжем с вами уже 3 столбика и прибавка. Четвертый ряд мы с вами вяжем. Ну вот сейчас четвертый ряд. 3 столбика, 1 прибавка. Пятый ряд 4 столбика, 1 прибавка. Так мы вяжем с вами, пока у нас не будет 36 столбиков без накида. Давайте провяжем сейчас четвертый ряд, а 3 столбика, 1 прибавка. И пятый ряд 4 столбика, 1 прибавка. Итак, я провязала, у меня здесь 36 петель. Начинаем ввязывать ножки. Захватываем петельки и вот таким вот образом мы с вами ввязываем ножки. Так, петельки захватываем на ножках и петельки захватываем на туловище. И вот таким вот образом мы ввязываем наши ножки. Старайтесь не пропускать ни одной петли, чтобы у нас потом здесь не образовалось ничего нехорошего. Так. И вот так. Все, вот мы ножку с вами одну ввязали. Так, вот эту ниточку мы сейчас кладем вдоль
нашего пузика и будем ее ввязывать. Итак, вот мы провязали ножку, как я уже сказала, и смотрите, у нас с вами вот такой вот круг, вот поделен он как бы вот на такие вот как бы части, да? Вот здесь мы с вами провязали, вот эту мы сейчас вяжем, вот эту вяжем, а вот здесь мы будем пришивать ножку. Видно, да, всем хорошо? Давайте, сейчас мы вот это вот провяжем. Вот эту ниточку мы вдоль пузика, как я сказала, вкладываем и провязываем. Давайте провяжем самостоятельно и вернемся. Будем вторую ножку увязывать. Вот так вот мы с вами складываем. И опять начинаем, вот захватываем вот это вот последние вот эти вот петелечки, чтобы у нас тут ножка ровненько. Так. И вот сюда. Ой. Вот сюда. Провязали. Потуже, девчонки. Так, следующее. Следующее у нас тут. И вот. И вот таким образом у нас с вами замечательно ножки ввязались. Замечательная зайка получается у нас с вами. Так, как бы мне здесь захватить, чтобы ниточка тут, вот так, наверное, я ее захвачу. Так, и вот они у нас, смотрите, ножки нужно так поставить, чтобы вот правильно ножки у нас были, пяточки там, где попочка, и носочки там, где перед у нас будет. И все, вот мы с вами ножки с вами вязали. Теперь вот довязываем вот до сюда, здесь у нас будет начало ряда. Давайте довяжем, ага, ниточку. Смотрите, у меня получилось, что ниточка по лицевой. Я ее сейчас протяну на изнаночку. Вот так. И кладем вдоль. И ввязываем ее тоже. Вот так. И все. Ничего сложного нету. Главное не бояться, да, девчонки? Главное не бояться. Я представляю, какой зайка получится симпатичный. Ну что, давайте до конца ряда вот сюда-сюда довяжем. Так, девчонки, смотрите. Начало ряда у нас вот здесь на попочке. Седьмая петля. 6 петельчик провязываем. Седьмая петля, это у нас вот маркер у меня висит. И дальше мы опять провязываем 6 петель до ножки. И сейчас мы с вами провяжем один ряд круговой до вот этого маркера. Без изменений, без прибавок, без убавок. Провяжем. Давайте провяжем и вернемся, посмотрим, что у нас получается, что у нас получилось уже. Давайте довяжем. Итак, вот камеру настраиваю, никак не могу настроить. Фокусируем. Итак, меняем ниточку. Меняем ниточку. Так. Отрываем. И начинаем присоединять розовую ниточку. Все, сейчас мы с вами провязываем ряд без изменений, без прибавок и без убавок. Так, потуже как бы тут мне сделать. Все, девчонки, давайте. Вот эти вот две ниточки мы кладем вдоль вязания, и они у нас, получается, ввязываются. Никуда их потом прятать не надо, они уже будут ввязаны. Все, давайте вяжем круг без изменения. Итак, мы с вами провязали один ряд круговой. Теперь следующий ряд мы делаем за заднюю стеночку петли. Вот она петля, передняя стеночка, задняя стеночка. И вот таким вот образом мы с вами за заднюю стеночку вяжем. Еще бы мне увидеть эту заднюю стеночку.
Для чего мы это делаем? Потом мы вот по вот этому краю за переднюю стеночку будем юбочку ввязывать. Не ввязывать, а вязать юбочку будем. Будет очень красиво. И вот таким вот образом вяжем круговой ряд. Давайте самостоятельно свяжем. Еще раз показываю. Вот она петля, вот передняя стеночка, вот задняя стеночка. За заднюю стеночку мы провязываем. Ну вот, мы с вами провязали. Теперь провязать нам надо еще один ряд без изменений. Все, теперь мы с вами будем провязывать нормальное. Так, повяжу пониже. Вот так. Полностью без изменения. Целый ряд провязываем. Справилась я со своим крючком. Так, и вот за обе стеночки петельки мы с вами провязываем. Вот у нас, видите, вот где мы вязали за одну, а заднюю петелечку. Все, сейчас целый ряд мы с вами круговой провяжем без изменения. Так, тык-тык-тык. Давайте свяжем. И вернемся. Ничего сложного здесь нет, я думаю. Всем все понятно. Давайте. Итак, мы провязали. Теперь мы выполняем убавки. Первый ряд убавок. Итак, 4 петли. Ой, 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Так, камера что-то у меня съезжает. 4, да? 1, 2, 3, 4, и убавка. Убавка у нас вот такая. 2 провязали, 2 провязали. Опять 1, 2, 3, 4, и убавка опять. Да что такое, маркер падает и падает. Раз. Так, что-то тут не вижу я петлю. Вот она. 2. 2 провязали, 2 провязали. 1, 2, 3, 4. И убавка. И убавка. Еще раз 1, 2, 3, 4, и убавочка. Так, камера постоянно что-то съезжает у меня куда-то. И убавка. Что такое? Не вижу я эту петлю, зацепиться туда. Сейчас я по... Вот, все, наконец-то. Так, 2, 2. 1, 2, 3, 4. И убавка. Кошка, девчата, замучила уже. Ни таблетки, ничего не помогает. Она что-то же старенькая. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4. И убавка. Раз. Ой. Два. Так, давайте маркер здесь повешу. Так получается, 6 раз у нас убавка должна быть. Так, вот у нас что получается. Вот такое вот тут у нас что-то вырисовывается. Ну вот, вроде я ее нормально настроила. Так, все, мы с вами провязали первый ряд убавки. И нам нужно провязать второй, третий, четвертый без изменений, без убавок. То есть 3 ряда без убавок, без изменений вяжем. Давайте самостоятельно свяжем. Девчонки, второй, третий, четвертый. И вернемся. Так, теперь мы с вами будем вязать ряд
с убавками. 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и убавка. И убавка. 1, 2. 2, 2. 1, 2, 3 и убавка. Так, вяжем до конца ряда. Как только свяжем этот ряд, 1, 2, 3 и убавка. Как только свяжем этот ряд, так, следующие 3 ряда мы вяжем опять без изменений, то есть без убавки и без прибавки. Итак, этот ряд мы сейчас до конца вяжем, до маркера убавляем, и потом 3 ряда без изменений. Повязали. Теперь у нас впереди последний ряд с убавочками. Так, 2 столбика вяжем и убавка, так до конца ряда. До конца ряда. 1, 2 и убавка. Что такое? Вот 1, 2. 2 петли, 2 петли. 1, 2 и убавка. Итак, до конца ряда мы с вами вяжем. 1, 2 и убавка. Давайте провяжем. Итак, я наполнила заю холлопфайфером. Так, вот такой вот у нас зая. Давайте. Так, вот так вот он смотрится хорошо. Вот так вот. Сейчас мы будем ручки ввязывать. Ручки нам надо ввязывать вот по вот этой вот стороне, где ножка, чтобы у нас вот ровненько все шло. Вот здесь, наверное. Сейчас маркер поставлю. Вот здесь, наверное. Так, ну-ка. Так, вот. Здесь я буду ввязывать ручку. И вот так вот мы с вами пришиваем руку. Вот эта ниточка сверху, вяжевая. Вот таким вот образом. Пришиваем потуже. Так. Аккуратненько. Вот так. И симметрично пришиваем вторую руку с другой стороны тушки. Здесь захватим вот петелечку, чтобы она у нас тут так. И вот так. Все, вот у нас рука, вот она симметрично ноге. Все, сейчас провязываем до этой стороны, и тут точно так же мы симметрично будем пришивать вот здесь вот вторую руку. Итак, мы с вами провязали вот до середины, где мы у нас проходила смена ниточки. И здесь опять мы с вами делаем смену ниточки. Так. И провяжем мы с вами потом 2 ряда нашей шеи. Без изменений. Без прибавки, без убавки. Получается 2 ряда. Вот так вот 2 круговых ряда. Это будет наша шея. Здесь подтянем ниточки потом. Надо будет здесь закрепить хорошо, чтобы не распускалось у нас тут ничего. Так, давайте провяжем 2 ряда
шеи, без убавочек, без прибавочек, и вернемся. Итак, я провязала, вы тоже провязали. Я забыла сказать, девчонки, здесь у меня 19 столбиков без накида. Теперь это первый, второй ряд. Третий ряд мы делаем прибавки в каждый столбик. Получается 19 плюс 19, 38, да, у нас получается. Так, в каждый столбик мы делаем 2 столбика без накида. Ой, это у нас третий ряд. Вот таким вот образом. Прибавочку делаем уже на голову. Уже будем провязывать с вами голову. Начинаем провязывать голову. И вот так вот вяжем до конца кругового ряда. Вот у нас, видите, уже расширение какое идет. То, что камера у меня постоянно смещается. Итак, девчонки, я провязала. У меня получилось 38 столбиков, 19 прибавок я сделала. Теперь нам с вами надо выполнить 7 рядов без изменений. Все 38 столбиков без накида мы вяжем 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маркер только ставьте, чтобы вам не потеряться. Давайте самостоятельно провяжем и возвратимся. И вот смотрите, он у меня здесь мне не нравится. Сейчас я побольше здесь еще набью его, чтобы здесь поплотнее тушка у него была. Вот смотрите, какой у нас красивый уже получается. Вот такой вот зай-зай. Итак, я провязала 7 рядов. Теперь нам надо выполнить убавку. Убавка у нас в 8 ряду такая. 4 столбика мы вяжем без накида. 2, 3, 4 и выполняем убавку. Так, убавка. 2 петли провязываем, 2 петли провязываем. И опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И опять убавка. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Это 8 ряд. 2 петли. 2 петли. И так до конца ряда. Это 8 ряд. 9 ряд мы вяжем без убавок, без изменений. Без изменений. Провязали 9 ряд без убавок, без изменений. Теперь 10 ряд мы тоже убавляем. 3 столбика без накида. Раз. 2. И 1 убавка. И так до конца ряда вяжем. 1, 2, 3 и убавка. 2, 2, опять 3. 1, 2, 3 и убавка. Все, и таким образом провязываем до конца ряда. 2, 2. Вот такая головешка у нас получается. Итак, я провязала. У меня здесь получается сейчас по кругу 24 петли. У вас может быть какое-то другое количество петель будет. Головку я наполняю. Сейчас мы будем с вами ушки ввязывать. Ушки, 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 ушки. Так, нам надо сделать так, чтобы все было симметрично и красиво, и аккуратно. Так, сейчас посмотрим, где эти ушки ввязать, чтобы красивенько они у нас лежали, не торчали, никуда не лезли, не мешали одним словом нам. Так, здесь у нас спинка, здесь у нас перед, сейчас посмотрим. Вот так, если мы ушки приложим. Я уже смотрела, не косила она у нас никуда. Вот, вот так, здесь где-то 24 пополам, по 12 петель, здесь уже по 5 распределяем, вот так, наверное. Посмотрим, как получится.
Не знаю, так вроде все. Давайте ушки вяжем. Так, где у меня тут ручка? Может быть, вот это вот так вот, наверное. Вот так вот, наверное, будет. Смотрим сейчас. Так, еще одну, наверное, петельку я провяжу. Так же, как ручки, ножки ввязывали, так же и ушки мы с вами ввязываем. Сейчас посмотрю, я вяжу. И, если что, я распущусь, мне не понравится. Ой, камера вечно у меня куда-то ползет. Я вечно куда-то цепляюсь. Так. Один. Ой, это посерединке. Так. Два. Три. Петлю. 3 4. Сейчас тут пятую надо захватить в самом вот тут вот, не знаю, надо не надо. 4, да, у нас тут петельки получилось. Все, вот 4. Сейчас вот здесь вот провяжем, посмотрим. Вот такой вот должен получиться зайчик. Давайте сейчас вот до сюда провяжу, шла до следующей стороны. Сейчас я посмотрю, это ушко я ввяжу. Если мне не понравится, то я его еще на петельку, на 2, может, смещу. Вот так вот, таким вот образом мы пришиваем, ой, ввязываем ушки зайчику. То ушко я немножко сместила назад, и вот кончики все-таки ушка я решила ввязать, чтобы они не топорчились, мне не топорщились. Так, давайте посмотрим. Это слишком далеко, да, у нас получается. Вот видите, слишком далеко ушко получается, смотрите. Вот здесь вот слишком, как бы они здесь друг к другу близко, но тут на глазки будут лезть, если мы так вот ушки оставим. На глазки будут лезть. Мне не нравится. Вот. Видите? Ушки прям на глазки будут лезть, если мы вот так оставим. Хотя, в принципе, так, не знаю, здесь получается сильно далеко ушки. Вот. Поэтому, наверное, может быть, все-таки, наверное, перевязать. Не знаю, с другой стороны глазки будут. Так. Здесь у нас наполнитель такой сильно-сильно мягкий, холопфафер. Получается, голова, шея неустойчива. Мне это раздражает, если честно. Вот, сейчас туда побольше холопфафера натолкаю, распределю хорошо, аккуратно. Но все-таки, мне кажется, наверное, сейчас посмотрим. Не знаю я, мне кажется, ушки далеко, наверное, может, поближе надо. Вот хотя бы на одну петлю я смещу. Девчонки, вы уже смотрите сами. Я вот сюда вот на одну петлю сюда смещу, сюда вот на одну петлю смещу, чтобы они вот немножко как бы... Вот. С другой стороны сейчас я посмотрю. Нет, все-таки смещу. Смещу. Давайте. Сами посмотрите, как вам удобно. Сейчас я смещу. Так, девчонки, все, я уши пришила. О, вязала. Вот такие у нас получаются. Как бы чуть-чуть подальше от мордочки. Вот, чтобы у нас тут и тельце открыто было, и ручки открыты было. И уже я присобачила глазки, носик, но я только накидала еще, я еще их не причпокнула. Только вот вставила, чтобы посмотреть, как будет морда, чтобы ровно было у меня. Чтобы здесь вот было одинаково, здесь было одинаково. В общем, вот такая вот, чтобы морда была. Вытащила я холопфафер этот. Вот теперь смотрю, потому что потом, если неровно сделать, то потом мы уже не вытащим глаз, глазки не снимем. Глазки. Так, сейчас я смотрю, чтобы у меня ровненько по ручкам все, чтобы шло. Так, это вот сюда идет у меня. От руки вот сюда. Вот сюда. Это от передней, да, лапочки. Передние лапочки. Ну, вроде, не знаю, вроде, вроде ровно. Не знаю, вот. Ну, в общем, вот, глазки я вот так вот сейчас. Вот у меня есть вот такие вот штучки. Сейчас я зачпокаю их. Все-таки глазик мне что-то не нравится. Наверное, все-таки его вот сюда.
Вот сюда, наверное, вот так. Ну вот, я поставила, установила глазки, носик. Вот, вот реснички уже достала. Давайте сейчас закрепим и наполнителем наполним. Вот. И потом возвращайтесь. Ну вот, я закрепила носик, закрепила глазки, наполнила холофайфером. Сейчас еще наполню. Итак, когда мы головку вязали, мы связали 10 рядов. Итак, девчонки, сейчас 11 ряд мы вяжем с убавлением. 2 столбика и 1 убавка. Один ряд. 2 столбика провязываем без накида и 1 убавка. Один ряд. И 12 ряд у нас идет 1 столбик и 1 убавка. И потом закрываем окошечку. Все. И вот у нас будет голова готова. Вот такой вот зай-зай у меня получился. Закрыла верхушечку. Ниточка, которая здесь оставалась, я просто крючком вовнутрь убрала головки и все. Вот такой вот зайчик. Девчонки, давайте смерим зайчика у нас по всей длине. Сколько он у нас сантиметриков получается? Он у нас 36-37 сантиметров. Но если вот так вот положить его. Где-то, да, 37 сантиметров, девчата, зайка. Где-то вот он, вот ушко, 35 даже. Сейчас ровненько положим. 36, девчонки, 35-36 зайка получается сантиметров у нас. Вот такой вот зайкин. Так, ну все, давайте сейчас мы с вами будем вязать юбочку. Все, юбочку вяжем. Цепляемся за вот эти вот петелюшечки. И сейчас мы с вами ниточку вдоль работы, каждую вот эту петелечку будем вязать 2 петли, 2 столбика без накида. Немножко будет неудобно, но пусть пока полежит кверху жопой зайчик. Морду пока я ему не делаю, не хочу пока морду делать. Мы сначала юбочку свяжем, все свяжем сначала, потом будем морду делать. И вот так вот мы с вами вяжем по кругу за каждую вот эту вот полупетельку. Получается 2 столбика без накида в одну петлю. Давайте свяжем по кругу. Видно вам, девчонки, я не знаю. Сейчас уже вечереет, как бы свет плохой. Вот. Давайте, вот она полупетелька, которая у нас оставалась. И вот мы с вами сюда, в каждую петельку, 2 столбика без накида. Так, давайте, наверное, самостоятельно свяжем. Вот и вернемся. Будем вязать, наверное, бантики уже. Сначала юбочку довяжем. Так, первый ряд вяжем. Итак, и мы связали, девчонки, с вами первый ряд юбочки, столбик без накида в каждую петлю. Вот, у меня кусочек видео потерялся, к сожалению, искала. Но вот нету у меня этого видео. Вот, второй ряд мы с вами будем вязать 2 столбика с одним накидом в одну петлю. То есть получается у нас юбочка вот так вот, видите, как будет рюшиться. И потом можете обвязать любой вязкой. Я же обвязала рачьим шагом, вы можете любой вязкой обвязать. В принципе, ничего сложного нету. Так, теперь мы будем с вами бантик вязать, бантик на голову. Но смотрите, я вот заказала вот такие вот, типа резиночек, только без резиночек. Ну вот не знаю, хотела ей... Вот сюда вот на ушки вместо бантиков. Но я вот не знаю, сейчас я бантик свяжу вместе с вами и посмотрю. Либо один большой бантик сюда, либо два вот таких вот сюда. Сейчас я свяжу, посмотрим, но что-то мне не очень нравится. Поэтому я хочу попробовать разные варианты. Посмотрим, как зайке будет больше идти. Потом будем морду оформлять. Вот. Ну что, давайте готовьте крючок. Будем продолжать вязать с вами зайке бантик. Сюда можете тоже бантик повесить или ленточку повесить. Там уже ваше дело. Так, делаем петлю амигуруми. Все. Сюда мы с вами вяжем 6 столбиков без накида. Так. 6 столбиков. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Так, затягиваем.
Так, теперь нам с вами надо соединиться. Соединяем. Соединились. Все, теперь мы выполняем 4 воздушные петли. Нет, не 4, 6. Побольше сделаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте, наверное, с двумя накидами будем выполнять, чтобы побольше бантик у нас был. 1. Два, три, сюда же, четыре. Так, получается сколько? 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Так, ну давайте 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую сюда столбик без накида. Вот так сделаем. Нет, или соединительное лучше. Давайте соединительное. Посмотрим, что получится. Сейчас посмотрим. Не понравится, распустим, другой свяжем. Так, вот такой вот бантик. Опять поднимаемся на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида. Так, провязываем. Сюда же мы с вами еще провязываем столбик с двумя накидами. Видно, надеюсь, хорошо. Так, еще следующую петлю. Так, хорошо. Сюда же еще. Сколько у нас здесь получилось? Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка и соединительная петля, следующую петлю. Вот такой вот бантик. Сейчас я посмотрю. Так, если мы с вами примерно его вот так сейчас замотаем, пока не буду обрывать нитку, сейчас посмотрим, что у нас тут примерно. Если мы вот так вот намотаем, вот такой вот бантик у нас будет. Вот, ну-ка давайте попробуем. Вот, смотрите. Сюда можно бусинку повесить. Мне как-то здесь можно вот так вот сделать. Ну, не знаю, это, мне кажется, уже перебор. Вот. Давайте посмотрим, что лучше. Вот так бантик или вот так. Или два бантика вот сюда. Вот. Либо один бантик. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, вы поняли, да, как бантик вяжется. Вот. Чем больше вы делаете вот этих веерочков, получается, тем пышнее бантик у вас. Вот у нас вот такой вот бантик. В принципе, можно и вот сюда бантик повесить, как на платьюшке. Можно и вот сюда вот сделать бантики. Ну, поменьше я уже сделала. Такие же бантики, только там столбик с накидом. Один столбик с одним накидом. Вот такие вот бантики я сейчас приклею вот сюда на пинеточки. Вот они у нас вот такие вот будут. Вы уже можете из ленточки вот из такой вот сделать какие-то там загогулинки, бантики вот такие вот сюда вот. Вот здесь обрезать, вот будет тоже красиво. Здесь тоже можно. В принципе, можно зайки завязать и на ушках тоже бантик из ленточки. В принципе, тут уже как у вас будет работать фантазия. Я же сейчас посмотрю. Вот. Либо такой бантик, либо другой бантик свяжу. Ну, посмотрим сейчас, я посмотрю. Вот. И попочку давайте сейчас свяжем. Вот хвостик на попочку. В принципе, ничего сложного нет. Все, начинаем мордочку с вами. Для меня это первый раз. Так что мне тут, скажем так, чуть-чуть страшновастенько. Главное, чтобы все получилось. Сделали узелок, в общем, затянули тут. Вот так. Затянули. Так. Теперь нам надо вывести вот сюда его. Вот сюда вот. Надеваем. Вот тут захватываем. И вот выводим где-то, наверное, вот здесь.
Так, вот так. Так, сейчас мы с вами тут подтянем немножечко, ведь уже образуется. Тут камера опять у меня съезжает куда-то. Так, вроде настроила камеру. Так, все. Вот сюда, где глазик. Теперь мы с вами вот сюда его. Вот сюда. И стараемся вывести, где у нас с вами ротик. Сюда же вывести. Вот так вот. Ой, девчонки, как мне страшно. Вот. Вот так. Немножко. Так. Ну вот, вроде как бы немножко глазик, да? Так. Так, дальше мы с вами второй глазик тоже вот сюда выводим. Вот сюда и опять в ротик. У нас тут ротик. Вот он, ротик. Вот так вот мы с вами затягиваем глазик. Так, наверное, сейчас. Смотрите, какой щемпопушный получается. Наверное, еще один раз надо нам сделать. Так, давайте еще раз мы с вами. Видите, вытягиваем глазки сразу. Опс. Главное, чтобы узелков никаких не было. Самое главное. Вот так. Вот. Сейчас мы с вами еще раз вот здесь вот тянем. Так. Сейчас его здесь подтяну. Вот так. Вот такими вот. Вот так. О, какая симпатяшка получается у нас с вами. Вот такая вот симпатяшечка. Симпатяшечка, симпатяшечка. Да что вот такой, камера сдвигается, сдвигается. Так, опасный момент. Делаем брови. Так. Вот так, вот так. Вот так. Наверное, вот так. Сейчас мы. Только не узел, только не узел, только не узел. Нитка длинная, и узлы, как говорится, тут за милую душу получиться могут. Так. Вот так, наверное. Так, вот ровно, неровно, не могу понять. Так, так, чтобы ровненькие у нас получились бровки. Раз. И у нас вот, вот здесь, по-моему, у нас тут бровки. Опять нам надо в носик, ой, в ротик вывести. Так, отлучалась ненадолго. Так, вот он наш. Так, вот они, бровки у нас. Так, мы их сильно утягивать не будем, чтобы они видны были. Ну вот, вот сюда, наверное. Куда-нибудь выведем. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Только-только-только. Пожалуйста, пожалуйста. Где тут наш носик? Тоже сильно затягивать. Думаю, не надо его. Так, попробую
вернуться и еще раз носик сделаем мы вот так вот. Выведем сюда куда-нибудь. Вот у нас тут, смотрите, девчонки, видите, как получается? Вот прям вот жайка-жайка. Жайка-жайка. Ну вот теперь надо нам ниточку эту вывести куда-нибудь. Вот сюда взад. Вот здесь мы с вами сейчас сделаем узелочек. И спрячем. Опять узел завязался. Да что ж такое? Вот сюда вот я вывела в бровку. Здесь мы с вами сейчас узелочек сделаем. Вот. Главное, чтобы все ровненько было. И все вот. И вот мы сейчас куда-нибудь выведем. Вот так вот. Вот так замечательно. Все, вот такой вот зай-зай получился у нас. И отрежем сейчас эту ниточку. Все. Отрезали. Вот такой вот зай-зай получился. Там щечки немножко можно вот, вот так вот чуть-чуть сюда раз. Вот так вот крючком задней стороной два. Носик тут у нас поправить. Ну вот осталось нам только сейчас приклеить все наши запчасти и реснички приклеим. Так, вот такая вот у нас мордочка. Первый раз я мордочку делаю. Не утягивала никогда. Так что, ну, думаю, получился зайчик. Девчонки, смотрите, вот какой он у меня получился. Реснички я ему наклеила, наши зайки. Реснички я покупала в магазине, где продают. В общем, рыльно-мыльно. Я показывала уже, да? Вот такая вот коробочка. Здесь вот они были. У них уже клей был на них. Это вот для людей реснички. Такие вот накладные. Метражом я не нашла. Метражом есть, но они для куколок. Но они очень-очень маленькие. Для такого зайчика это будет очень, скажем так, маленькие реснички. Ну вот, и сейчас мы с вами вот такой вот один бантик сюда я приклею или пришью. Сейчас посмотрю. Вот он такой зайчик у нас получается. Сейчас вот ленточка у меня здесь, я ему. Я ему ленточку здесь завяжу на шее. Вот такой вот зайчик. Сейчас покажу конечный результат. Вот. И увидимся тогда, когда уже у меня зайка будет полностью готов. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот зайчик у меня получился. Вот такой вот симпатушный. Грустнулька, конечно, какой-то такой. Сюда еще мне предстоит вшить метрику ребенка. Вот, вот такой вот зай-зай. Вот я приклеила ему хвостик. Приклеила на ножки бантики и бантик на ушко приклеила. Ну все. Так, с зайчиком. Что касается ниток, девчонки. Ниток у меня осталось практически целая бобина. И розовые бобины у меня, ну скажем, чуть больше половины осталось. Вот. В принципе, на такого зайчика вам все равно одной бобины не хватит. В любом случае. Немножко я взяла отсюда, заканчивала голову. Вот, вязала, жопку вязала, ну, хвостик вязала и вот бантик вязала. Поэтому смотрите, если вы хотите, например, сделать бантики другого цвета, можно другого цвета нитку взять. Тогда одной бобины, в принципе, если чуть-чуть поменьше его сделать, в принципе, хватит. В принципе. Ну, это все, что касается нитки. С этой нитки я еще планирую снять, связать пинеточки. Ну, все, девчонки, спасибо, что зашли на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Если вам нравится вязать со мной, пишите комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Ну все, с вами была Татьяна. Всем пока-пока!